Общероссийский народный фронт предлагает переподчинить Росздравнадзор напрямую правительству Российской Федерации. Подобный опыт уже был. Роспотребнадзор вывели с подчинения Минздрава, и по мнению экспертов он стал работать более эффективно. Разумно ли такое переподчинение? Считаю, что да, так как независимость контроля надзорного органа позволяет более объективно осуществлять свои функции, в том числе и в отношении федеральных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, которые сейчас находятся в ведении Минздрава России. Окончательное решение наверняка будет принимать президент Путин. И ясно, что Вероника Скворцова будет противиться такой реформе, так как при ее осуществлении значительно снижаются властные полномочия Минздрава. Но чтобы поддержать Общероссийский народный фронт и показать, что к его мнению власть прислушивается, переподчинение все же будет проведено. Но, на мой взгляд, не ранее середины 2015 года. Посмотрим, оправдается ли мой прогноз.